Виталия, был ли у тебя когда-либо секс не за деньги? Представь себе, короче, даже больше скажу. Я несколько раз, ну, встречался, допустим, договаривался, да, там, встретиться, как там, провести время с какой-то девушкой. И, ну, типа, вроде как договаривались на какую-то, допустим, материальную поддержку, но обходилось без этого вообще. Так что, даже так Ну бывает. что еще? С не за деньги от Папича. Один. Договаривайтесь на секс за деньги. Да. Два. Получаете секс. Три. Не платите девушке. Четыре. Готово. Вы восхитительны. Чел, я не наебываю никого. Если ты это имел в виду? Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики.